Паста с запеченной фетой и помидорами черри готовится очень просто и быстро, а в итоге получается вкусное блюдо с нежной кремовой структурой. В форму для запекания выложить сыр фета, а также помидоры и зубчики чеснока в шелухе. Посыпать сыр и помидоры сушеным орегано, добавить молотый перец, выложить на сыр 2-3 веточки тимьяна и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить форму с сыром и овощами в духовку на 20-30 минут при температуре 190-200 градусов. После запекания вилкой выдавить из запеченного чеснока мягкую серединку, а кожицу выбросить. Тщательно перемешать сыр с запеченными овощами, чтобы образовался более-менее однородный соус. Добавить отварную пасту и в сырный соус и хорошо перемешать. Подавать пасту соусом немедленно, пока блюдо горячее.